как здесь холодно. Да, сегодня будет еще холоднее, чем вчера. Будем надеяться, что нам подвезут новое бушлат. Я говорю, что скоро нам подвезут горячую воду. Я не мылся уже 2 недели. Да, я знаю, знаю. Там ни было, это мой дом. Если ты спустишься по этим ступенькам, то найдешь там дверь, ведущую в кафе. Очень жаль, но из-за своего состояния я не могу пойти с тобой дальше. Ты должен поторопиться. На кладбище в конце города находится группа, проводящая раскопки. Там находится вход в склеп. Удачи тебе. Вечером происходило что-то странное, правда? Я даже не знаю. Вещи определенно все больше и больше выходят из-под контроля. Ты не говоришь? Он также говорил о новых жертвах в исследовательском центре. Это точно факт? Сегодня утром нам сообщили о 3 пополнениях. Неужели? Как они себе это представляли? Как говорит Отто, один из них является личным помощником самого рейхсфюрера. Говоришь, Отто? Отто никогда не говорит слишком много. Если вы спросите меня о том, что я действительно знаю... Да, но я не спрашивал вас, лейтенант. Давайте поменяем тему на более...
стреляй, заходи вовнутрь. У меня есть кое-что для тебя. Наши британские друзья сказали мне, что ты сможешь это применить. Это бесшумный автомат. Теперь ты должен уйти. Если охрана увидит нас вместе, то убьет нас обоих. Дело. Да, я согласен, это ужасно. Да, и наши люди, наши собственные люди находятся там. Я знаю, я был там, но что еще мы могли сделать? Это был приказ, приказ Херги Нолос. Да, конечно. Мы должны были закрыть скрыт, у нас не оставалось времени. Эти крики, эти ужасные крики, ты слышал их? Я слышу их сейчас, и похоже, что они никогда не прекратятся. Да, я согласен, это ужасно. Мне нужно выпить.